предлагаю нарисовать кустарник букетной формы сливу писарти. Она интересна тем, что ее листва насыщенно бордового цвета. Так, для начала рисуем ветку. Вот она букетная, у нас будет множество веточек, которые растут от самой земли. Смотрите, я рисую, оставляя специально вверху место, там будет наша листва. Теперь берем наш потоньше лайнер, чтобы нарисовать ветви, которые более тонкие. Запутываем. И непосредственно крону я начну рисовать. Слива готова!